Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Белореченской в окрестностях торгового центра «Буревестник» неопознанный болид, выезжая с парковки ТЦ, снес байкера, катившегося по главной, и с места замеса свалил. Когда его изловят, он по любасу скажет, что мотоциклиста на аппарате Кавасаки не заметил. Несмотря на то, что в момент ДТП около «Буревестника» было много народу, и кто-то даже воочию наблюдал замес, по поводу породы удравшего автомобиля единое мнение очевидцам выработать не удалось. Например, Екатеринбургская госавтоинспекция, опираясь на показания некоего свидетеля, сообщает, что байкера сбила якобы «Лада Гранта». Но при этом другие, не менее свидетели, говорят вот что. Машина уехала, я далеко видел. Машина была, какая машина была, не различишь. И цвет не модельный? И цвет темный был. А машина какая приблизительно? Черная машина была, по-моему, Hyundai Solaris. Он даже не остановился? Нет, никак? Нет, не остановился. Даже мы ругались за него, он не остановился. Думается, что зная точное время замеса, гаишники смогут отсмотреть записи с окрестных уличных камер наблюдения и вычислить трусливого беглого нарушителя. Что касается снесенного байкера лет 30 от роду, то его, по словам опять-таки очевидца, с сотрясением мозга и ушибами увезли на компрессорный в 36-ю травматологию. А его японский черно-зеленый агрегат остался грустно лежать на бездушном асфальте, на правом боку и на лютой майской жарище. Ну и на пассажок главное. А что у нас главное в продолжающийся 210-й праздник Вознесения Господня? По сути, в праздник возвращения Бога, побывшего человеком, обратно домой, на небо. А главное, естественно, Слово. Ведь Господь Иисус Христос – это воплощенное Слово Божие. Но в данном репортаже речь о Слове не Божием, а о Слове Новом. Вот не знаю, слышали ли вы когда-нибудь слово «мозготрясение»? Лично я кайфанул. Благодарю носителя не русского языка за такое элегантное словообразование на русском. Слушаем, как это было. Мотоцикл сначала нормально себя чувствовал, потом он хотел встать, я не дал вставать. Ну, хотел, ну, чтобы много чего, чтобы мозготрясение или кровотечение будет. Лежал немножко, потом стоял там, сидел. И он сказал, у меня голова крутится, потом мы его рюкзак снимали с мужиком вместе. И он лежал здесь. Потом скоро подошел и забрал.